Добрый вечер, Чигаречи, с вами Рунтики Турбо. Сегодня мы поиграем в игру под названием Break Rigs. Да, дорогие друзья, всем привет! Кто ждал этого события, тот дождался. Возможно, у вас уже родились внуки, но я до сих пор молод и свеж. Почти. Да, друзья, как мы долго ждали этого момента. Хотя, на самом деле, мне кажется, этого момента вообще никто не ждал, типа, потому что в комментариях никто не писал, типа, давайте, да, как все уже забыли, потому что... Break Rigs, типа, поснимайте. Вот, но да. Вообще мы сегодня здесь собрались, чтобы снять немножко другую игру и немножко другую тему, но не получилось, поэтому я такой сказал, давайте, в общем, мы поиграем лучше в Break Rigs. Вот, к сожалению, не получилось из-за меня, потому что я старый и архаичный человек, вот. Я, кстати, уже катаюсь, ищу тебя. Ребят, у нас сегодня битва на танках, Break Rigs обновился достаточно давно, но мы, по-моему, первый раз, да, записываем с обновлением с этим. Да, на самом деле, Break Rigs реально очень сильно обновился, понятно. И причем достаточно давно, и что я хочу сказать, чисто лично мое мнение, то есть, ну, если не брать во внимание, что стали более крутые разрушения, как-то сказать, ну, более крутые, что тут еще, физика вроде как, ой, мультиплеер подтянули, то, блин, ну, мне очень сильно не нравится интерфейс, и типа, ну, вообще в целом, все, что они сделали, мне вообще все не нравится, то есть урезали функционал игры, и, ну, то есть стало реально сложнее как-то тут какие-то сценки ставить и все такое. Ну, это, мне кажется, просто дело привычки. Зато что-то добавили, интересно. Физика вроде как поменялась немножко. Так, а ты где? Ну, я катаюсь по городу, ищу тебя. Я тоже катаюсь по городу, ищу тебя, но мы не можем найти друг друга. Да, но я нашел след от тебя. Опа. А, ну я там случайно, да, сломал один домик. Да, случайно ты, случайно. Опа! Так, не обернись. Пуш! Да. Это был пранк. А, ты чё? Я уже посмотрел, смотрю, по тебе нигде нет. Это было страшно. Это чё это? У нас получается теперь Турбо пранкует Рунтика. Кстати, ребят, напишите в комментариях, когда был последний совместный видос с Рунтиком. Вообще в этом году были у нас видосы? Причём, кстати, не так давно, по-моему, был один ролик у нас. Да, мы с тобой снимали. Чё-то 24 апреля мы с тобой снимали. Недавно. Ну как, да? О чём мы снимали, я даже не помню. Я тоже не помню. Ну, чтобы ты понимал, вот 24 апреля... Мы с тобой этот, по-моему, снимали. Господи, где плавать-то надо? Я забыл, игра называется. Stormworks. Ой, я тебя видел. Да-да, Stormworks. Именно его. Блин, ребята, обычно во всяких этих битвах, я помню, я проигрывал. Но я стал старше, я стал мудрее, наверное. Мне можно остановиться? Я немножко в здание врезался. Ну, да можно, пока мы с тобой не долбились. Да. Блин, мне бесит то, что у меня танк поворачивает, короче, тормозя одну ось, и это, ну, типа, вот, для маневренности вообще хреново. Они все так, по-моему, примерно. Не, ну у меня-то колеса. Получай! Так, тихо, работаю, живем, давай, давай, едь. Живем, девочки. Блин, как-то тут теперь так сделали, что когда он поворачивает, как-то он, блин, да, вообще не маневренный ни хрена. Да повернись ты, нет, отвали! Я не могу повернуть нормально. Да я не могу выстрелить нормально. Тихо, тихо. Понял, все, минус. Пацаны, нет, блин, ну это было весело, да. Это было неплохо. Это было не то, чтобы весело, это была просто встреча века, так сказать. Просто как дела. Так, ты будешь менять танк? Да нет, давай еще раз на этом же танке. Блин, я забыл, как. Давай еще раз на этом же. О, да, давай поменяемся. Давай, ладно. Я тебе этот установил. А как, помнишь, раньше можно было как-то нажимать, чтобы, типа, перемещаться по постройкам. Не знаю. Ладно, теперь будем. Все, короче, пацаны, мы продолжаем. Короче, Рунтик у нас немножечко вроде как разобрался с маневренностью. Ну, вроде как и нет. Так сразу подрубил четвертую передачу. Ну да, он тебе, конечно, вообще не маневренный. Потому что он берет своей мощью. Да. Ну, стреляет он очень громко у тебя. Очень громко. Тихо, тихо, тихо. Дом! Нет, дом упал! Едь! Да едь ты, давай. Третья, четвертая. Вот, да. Перестань. Что происходит? Блин, ничего себе. Охренеть, я тебя перевернул. Ты меня перевернул, да. Офигеть, даже, по-моему, синхронизировали этот. Скидай ПП. Я вас понял. Так, вылетаем. Тихо. А у меня автомат. У меня тоже. Понял. Так, друзья, в общем, это уже не битва, это война! У меня вообще, перезарядка. Я просто, у меня пипка. Да уйди, я взял какой-то... Как перезарядка? Козёл! Ты мне, кстати, вообще хпшку не снес. Я косой, потому что. Понял. Ну что, я теперь предлагаю поменять танки, вот, и продолжить. Да, я согласен, невероятно, очень сильно. Вот так вот, вот такой вот, короче, сверхбудущий танк. Ну, он вроде как выглядит, ну, то есть выглядит как будущий, но на самом деле, ну, он обычный. То есть он и нормально рулится, как обычный танк.
И все. Точнее, рулится он херово, я бы даже так сказал. А я себе взял вот такой вот танк, танк из прошлого. Из максимального прошлого. Вот. Но я все равно готов наказывать Рунтика. Как вы понимаете, счет уже 2-0 в мою пользу. Да? Да. Понял. У меня хорошо. Своя система измерения. Просто ними. У тебя своя система. О! Это ты стрельнул? О! Добрый день! На, в жопку! Здорово! Что ты будешь делать с этим? Ой, ты по... Нет! В смысле? Просто повернулся. А капец он быстро, кстати, поворачивает. Блин, да тихо. Ничего себе, у тебя танк из киберпанка какой-то, блин. Да, я тебе говорю, у меня прям сыр-будущий танк. Красиво. Что, опять же на своих или поменяемся? Давай поменяемся, почему бы нет? Давай поменяемся, но он тебе сразу прижал, он очень хреново рулится. То есть, если меня увидишь, то есть, ну, как бы, пытайся лучше пушкой повернуть, а не телом. Понял. Так, сейчас, подожди, я телом повернуть, я не могу найти, где у тебя сесть надо. Я восстановился. Молодец. Мы продолжаем нашу битву. Продолжаем, дорогие друзья, если что, я готов уничтожать этого писюна. Блин, а у тебя даже нету вида от первого лица нормального, чтобы... О, зато он у тебя управляется офигенно. Блин, подожди, а вот как повернуть на нем нормально? А, вот ничего, я понял. Да. Классно, слушай, мне понравилось. А, что, нормально рулится? Ну, я как-то затормозил, но когда повернул на месте, как-то получилось хорошо. Куда я приехал? Ну вот на скорости, да, он прям плохо поворачивает. На скорости он вообще не поворачивает, согласен. Я так могу сказать. Так. Ой, ну пушечка, конечно, у тебя на этом танчике капец слабенькая. О-о-о. Чего? Так, я вас понял. Будем пользоваться преимуществом. Так, а где ты? Эй, блин, куда я поехал? Я не знаю, где ты. Тихо. Я только слышу тебя. Слышишь звон, но не знаешь, где он. Подожди, это ты там? Да. Нет. Ну, я тебя не вижу, как минимум. А, блин, ты... И это сейчас даже не обман. Это была трава, это был не ты. Понял. Просто тебя-то сложно не заметить. Ну, меня да, я большой. Ты прям да, ты можешь встать в гору и все. Ну, я примерно как мой член, то есть такой же маленький и незаметный. Но зато очень маневренный. И, ну ладно, все, хватит. Так, я тебя... Слушай, знаете что, у нас есть проблема. Проблема. Дело в том, что мы играем на низких звуках еще, и вот как бы я турбо-то не слышу. Да, блин, я разваливаюсь, как союз. Понял. Нет, то есть турбо-то я слышал, а вот его танка нет. Я же могу чиниться, пока ты меня не долбишь. Спасибо. Можешь. А, подожди, а почему я появился здесь? Ты здесь и был. А, да? Да. Мне просто... Не понял. Ребята, я не понял. Подождите, я реально здесь и был? Подождите, я еще жил. Да, блин, да, все. Да. А, все, я умер. Вон, видишь, я торчу, рука висит. Подожди, я просто... Я был... Подожди, в смысле я был тут? Не, ну ты у меня здесь и был. Ты здесь стоял, и вот здесь же восстановился, типа. Я видел, как ты восстановился. Не понял. Ребята, я же был там, у железной дороги. Это, короче, какой-то рассинхрон. Да? Да. Ну ладно, давай поменяем танки и, наверное, будем... Я считаю, что ты аннулирован, все, вот, уволен. Окей. Все, меняем танки. Мы продолжаем. Итак, в натуре теперь Советский Союз. А, ведь Советский Союз, да? Т-34, по сути говоря, да? Ну да, молодец, правильно. Да почему мы опять рядом так близко? Так, ребята. А, это в натуре Т-34, где? Вот, ребята, не слушаем его, не слушаем его. Едем далеко. А я, короче, взял себе танк, по-моему, из GTA 5. Если я не ошибаюсь. Ну, по-моему, это просто тупо Абрамс. Ну, там что-то было про GTA 5. Ууу! Так, опа, дрифт. Танкийский дрифт. Ты уже уехал. Чтобы ты понимал, я это время просто остановился. Короче, решил пушку повернуть. Он вообще не рулится. Так, а я тебе говорю, ну, походу, типа, реализм. Танки же, по факту, когда они едут быстро, например, они же не могут маневренно поворачивать. Вообще могут так-то. Ну, не знаю. Ребята, напишите в комментариях. Ну, типа, гусеничный трактор, танк, может повернуть. Ну, ой. Так, почему я стреляю с пулемета? От первого лица. Почему я стреляю из пулемета? Давай! А что делать? У меня не стреляет! Почему? Почему он не стреляет? Почему ты не стреляешь, падла? А что происходит? Не знаю. А у тебя стреляет? Да. Да. Вот. Да. Ребята, а как? Может быть, что я нажал? Почему он никуда не стреляет? Почему он все это время стрелял, теперь не стреляет? Попробуй перезаспавниться и заново попробуем. Ну так, блин, ладно, давай. Ребята, что это такое? Так, друзья, ну что ж, мы продолжаем. В общем, я поменял свой Т-34 на вот такую, я не знаю, что это, гаубицу. Мне кажется, если я попаду в турбо хотя бы разочек с этой херни, то его просто, ну, как бы в щепки разнесет. Поэтому у меня есть вот такой вот прекрасный план.
А я короче... сейчас буду... Ага, давай, рассказывай. Я, короче, этот, тот же танк оставил, я его перезаспавнил, вроде он... Вроде стреляет, вот, при вас показываю. Просто, я так понял, не надо делать первое лицо, потому что там что-то происходит, и я такой, ну... Не надо делать сложные еб... Вот эти, что могу сказать, и все будет нормально. Согласен, согласен. Чем проще лицо, тем лучше крыльцо. Да, именно так. Вышел заяц на крыльцо, почесать свое яйцо. Сунул Року, нет яйца. Року так и шлепнулся с крыльца. Да, друзья. Да. Это Рунтик. Рунтик, его интеллект. Интеллект, да. Так, где ты? Так. Где ты? Где ты? Я иду за тобою. Я ищу тебя. Согласен. Пицца, кстати, тут пицца Палас. Дворец пиццы. Хотелось. А мне в туалет. Понял. У кого чего болит? У меня болит Рунтик. Рунтик, Рунтик, где ты был? Рунтик, дайте... Я тебя не вижу вообще. Я тоже тебя не вижу. Ты вообще тут вообще? Да. Ребят, мне кажется, он ушел с карты и меня обманывает просто. Да-да, именно так я и сделал. Домой уехал. К сожалению, тот танк не стрелял, этот танк стреляет. Все, я сейчас еду просто разносить турбо. Меня заколебало О, как он рулится. Как он рулится, божечки-кошечки, великолепный. Ребята, Рунтик танчик. Злой. Нет, я не злой, просто меня бесит. Когда меня возбуждают в плане нервов, я начинаю просто, ну, очень сильно психовать, а еще очень жарко, а еще я как бы не завтракал. То есть, ну, как бы проблема. Да, проблема мы с тобой очень похожи. Вот, мы чисто проснулись турбо в одной кровати, вот, и решили просто сразу записывать видосы. Да, и поэтому нам жарко. Ах ты, гад, да, гад, понял. Охренеть, я же по тебе попал, да? Да. Просто маневрируем. Давай, оп, сюда. О, ребята, смотрите, вот это, кстати, вот это дрифт на танке, я такого не делал никогда. А, ты паскудышь, Нет, едь, ай. Ладно, хорошо. Сила, что просто в дрифте попал. Как долго она Сваливаем! Охренеть, попал! Попал! Я причем, я вообще ноускопом это делал. Да, это было симпатично, базару ноль. Тихо, блин, писька долго поворачиваю. А, надо стрелочками повезти. Блин, нечестно, я... А, нет, я сейчас в дом режусь! Я в дом врезался. Я себе пушку немножко укоротил. Тихо, ну это нормально. Да? Да. Так, я тебя вижу. А нет, ты. Оторвись, падла, у меня кусок какой-то мешает. Ой, все, у меня колес мало. Ой. Так ты где? Ребята, где он? Понятно. Турбо напоминает все, что из Питера, поэтому этот вопрос для него быстро решаемый. Не понял. Так, мы уже чего? Не понял, говорю. Ну, типа колеса воровал, я понял. С машин воруют. А, да, я понял. Это я просто про другие. Ну, неважно. Это не важно, да. Ты что-то не в ту тему полез. Согласен. Так, я уже. Ух, вот это дрифт пацан. А, ты же здесь был. Куда я дадуды? Нормально все. Да я дом взорвал, поехал про него. У меня уже танк разваливается. У меня тоже, а я тебя не вижу. Ты был же тут же. И Жижки. А ты удивил, что ты был тут, я приехал там, где ты был, а, видимо, ты приехал там, где я был. В Жижке стучкис, наверное. Я обернулся посмотреть, не обернулась ли она, что посмотреть, не обернулся ли я. Да. Так, красиво зашел. Ты чё? Так, чтоб ты понимаешь, у меня вот от пиписьки осталось лупа, но с другой стороны... А, все, у меня танк не стреляет. Короче, я тебя буду брать на амбортаж, мне похер. Просто на амбортаж? Ну, как это называется? На абордаж. Абордаж еще грех, если честно. Так, ребята. Так. Где этот умалишенный? Я катаюсь на том же месте, где мы были. Карампус! Блин, мой танк. Я тебя вижу, но я тебя не могу. Блин, я тоже укорочил пипку. А, не можешь. Я просто, блин, у меня проблема. О! А! Это заметаю! Поворот! На, получи, Гагарин! Я тихо. Вышел из танка. Ой, у флекса, ты видишь, что произошло? Охренеть, да. Сальтуха. Ой. Умер. Нет. Так, ладно, говнюк. Так, пацаны, короче, надо взять базуку. Так, надо взять базуку. А, у меня есть патроны. Так, а ты где? В танке. Я сейчас обосрался. Я тоже. Я хотел с базуки. Умер, фух, последним патроном. Да. На, фух. Блин, ну это было сильно.
Да, это было красиво, что. Ой, хорошо как. Ну что ж, ребят, мне кажется, что последняя битва была самая симпатичная, самая экшеновая. Да, согласен. Если вам вообще понравились такие битвы, если вы хотите, чтобы мы снимали с Турбо еще опять вместе, как было раньше, чтобы мы опять начали сосаться там и все такое. Да. Обязательно ставьте лайки. Да. Лайки. Большие пальцы вверх. Подписывайтесь на наши каналчики, да. Да. Вот, а вам всем удачи, всем пока-пока. Пока-пока.